Импровизация. В ближайший час будет весело и не будет ни одной заготовленной шутки. Добрый вечер! Бам-бам! Взрослый мужик, что за... Я рад. Молодец, Шастун. Взял опять, выключил музыку своей тыкалкой. Беспредел. Ребят, как у вас дела? Настроение нормально. Шикарное. Как Сережа запрещает вот так делать. Почему? Нет, не запрещаю. Почему запрещают? Я, просто он делает как будто... Ему 50 лет почти. Это как раз жест 50-летних. Нет, что там еще есть по жестам? Есть, конечно, какая-то, ну, классика, но ее не будем использовать. Шака. Это шака. Что за классика? А ну, вот это вот ты показал? Ты не знаешь этот жест? А, так это... Класс. Дядь Паш, садись. Начнем со структуры зданий. Давай. Вот у здания... Принципиально, вот это отверстие, оно важно? Нет, кстати. Нет? Да, прикинь, мне было вот приятно. Ребята, а может вам женщину пригласить в гости? Вы там что-то уже... Да нет, нам хорошо. Арсений, мы, если что, справимся и без тебя. Серьезно, рассказать тебе? Ну, расскажи, что это означает сейчас этот жест. А вот как навскидку? Антон, а когда к тебе придут дети поговорить о сексе? Они же скорее потрахаются, чем ты им что-то объяснишь. Ну и там дальше я тебе потом расскажу. Шастун, я все понял. Я чувствую вкус победы, ты можешь идти обратно. Да. Слушай, ну ты был прав насчет того, что надо бы пригласить девушку сюда, для того, чтобы не обсуждать какие-то вот эти вот жесты. Угу. Тем более при ней... Лично я буду себя вести сильно культурнее. Ляйсан, я люблю тебя. Входи. Серьезно? Сюда, сюда, сюда. Привет. 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 Куда там больно? Паразит. Паразит. Здрасте, 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 здрасте. Ляйсан Утяшева у нас в гостях. Есть что-то отрекламировать? Какие-то, может быть, проекты у тебя есть невероятные? Может быть, у мужа что-то интересное? Давай играть, поехали. Понятно. Это мы. Поехали. В гостях женщина, которая 10 лет не берет фамилию мужа, мы играем в сцены и шляпы. Смотри, как все произойдет. Вот тут всякие бумажечки заготовленные, мы их называем заходы. В заходиках не хватает еще концовочки. Мы ее додумаем вместе с тобой, а ребята будут добивать это веселыми юморесками. Импровизация шляпа, поехали! Итак, слова, которые не стоит говорить перед... Кем или чем? Перед кем? Перед кем? Давай. Передо мной. Окей, слова, которые не стоит говорить перед Ляйсан Утяшевой. Лясь, я дома... А, все, молчу. Сука, с водной фотосессией. Сегодня к тёлкам, когда договаривались... Арсений, ты классный. Так, Ляйсан, сколько у нас детей? Двое, да? Раз. Так. Сейчас. Я сейчас приеду скоро, сейчас. Короче, Шаст показал вот такую штуку. Господи, зачем? Это ты показал. Еще и повел меня, говоришь, ты. Вот ты, Диман, я не ожидал от тебя. Нож даже не в спину. Это даже не в спину был нож. Слушайте, давайте следующую тему. Уже пошутили прям нормально. Так. Странная просьба о... Выйди за меня замуж. Вот это давай. Странная просьба. Странная просьба, а выйди за меня замуж. Нет, странная просьба взять чью-то фамилию. Окей, давайте, знаете как? Странное предложение руки и сердца. Давай. Давай, давай. Значит, вот пила, вот скальпель, отрезай, вырезай. Ну чё, мать, на спиннинг. Кольцо в реке. Классно! Я заберу, это моя любимая. Сыночек, тебе же уже 21, правильно? Да. Слушай, можешь к мамке сгонять, спросить, не хочет она замуж за меня? Хорошо, Роберт. Давайте дальше? Давай. Поехали. Так. Худший комплимент от... Тебя. Хорошо. Худший комплимент от Павла Воли. Ну что ж, мы продолжаем передачу «Двое на миллион». У нас сегодня Сергей Матвиенко и Арсений Попов. После первого раунда они потеряли нахрен все. Но вы отлично справляетесь. Просто молодцы. Следующий вопрос 7 и 8. 7 и 8 мы ответим. 9? Алло, Арсюх, это Пашка. Фотки у тебя, во! Худший комплимент от Павла Воли. О, блин, у тебя жопа, как у Харламова. Спасибо, закончили. На этом. Новые команды, новые игры и 3 миллиона рублей. Мы обновились для тебя. Импровизация команды. Новый сезон. Сегодня в 11 вечера на ТНТ. Это Ляйсан Утяшева. Правдивая ложь. Паш. Да. Слушай, а вот раз, ну, такой вечер... Подожди, я даже правил не объяснил. Раз такой вечер, Ляйсан у нас в гостях, давай сыграем другую импровизацию. Какую? Давай сыграем первое свидание. Да. Что это? Ты же знаешь, что это такое. Рассказывай правила. О, я правила рассказываю! Я даже к вам приду. Импровизация «Первое свидание». Да. Правила очень простые. Сейчас вы расскажете нам... Так. Историю ваших отношений. Как вы познакомились, как вы первый раз друг друга увидели, как вы первый раз поцеловались. Хорошо, а потом? Как Паша сделал предложение. Потом? Вы расскажете эту историю, после этого кто-то из нас, один будет играть Пашу, другой будет играть Ляйсан, а вы будете, как в «Правдивой лжи», только вдвоем нажимать «Это правда, а это неправда». Давай. Да будет нормально, я вам говорю. Мы с пацанами... Я соглашусь, если ты будешь мной. Легко. Сейчас я только... Ага, все, нормально. О, да. Хорошо. Я попробую. Так, не вопрос. А мной тогда... Сережа. Я не знаю, я даже не... Да нет, там все плохо. Какой-то... Ах ты так, а того никто. Арс, ты будешь мной. А вы, малыши, отдыхайте. Давай, интервью. Как вы познакомились? Как вы первый раз друг друга увидели? Давай честно скажем, мы не помним первую нашу встречу. А просто мы не... Это ты не помнишь. О! Опа! Ляйсан, давай. А расскажи-ка тогда, что-то ты дома. Я ничего не знаю. Я не помню, когда мы встречались. Очень-очень давно. Да. Когда вы еще выступали подпольно, Лёша Ягудин меня привел к вам. Это что? Это такое? Алексей Ягудин? Ну, мы дружили. Угу. Я только ради этого спросил. И вот. Ты пришла на камеди выступление? Да. Куда? В одной из... Да, в торговом центре? Да. Один Были торговый... дела, я выступал в магазинах. Да. Плохо все было. И я тогда тебя увидела первый раз. Так, ну я-то тебя не увидел. Нет, ты меня увидел. Ну или нет. Дома будет скандал, конечно. Ой. Но ты учился еще только выступать. Да, окей, хорошо. Для меня, наверное, это был какой-то сценический стресс, я это ничего не запомнил. Я помню, вот которая прям была встреча. А, ну. Ляйсан пришла в камеди, это уже был телевизионный камеди. Угу. Я что-то ей позадавал какие-то вопросики и все такое. Со сцены сошел, думаю, какая-то интересная мышь. И пилил меня, знаешь как? Ну, короче, вот у нас еще тогда был бар сбоку. Помните, старые передачи? Он прям откровенно смотрел. Я сразу пошел в бар, и я думаю, проверенный способ. Буду зырить. Нет, ребят, чтобы вы понимали. Паша, просто лучший! Подождите, вот девочки меня поймут, когда на вас смотрит парень. Ну, вначале ты такая думаешь, ого, да, смотрит. А потом ты думаешь, ё-моё, может, у меня что-то там случилось? Может, что-то со мной не так? Не, на самом деле точно такая же схема. Я всегда так делал. Всегда, если кто-то нравится, просто смотрю. Ты тоже делаешь этот взгляд? Да, как ты делаешь? Знаете, когда секунда до того, как пойдут слюни. Да. Так, я смотрел. После этого, естественно, я подошел, сказал, телефончик у вас нет. И поэтому я дала другой телефон. Серьезно? Да. Другой телефон? Красотка! Надо было еще ему дать пощечину. Так я 4 года встречался с ее подругой, пытаясь выйти на нее. Так, ну все, осталось узнать, как Паша сделал предложение. И все, это будет достаточно. Ну, это неинтересно. Предложение было неинтересно. Вообще, любое. Не важно, что оно было неинтересно. Ляйсан чистил картошку, я зашел на кухню. Но он вообще романтичный парень, ребят. Серьезно, на кухне? Я, да, на кухне стояла в этот момент. А я что-то делал, и меня так мысль кольнула, я развернулся к ней и сказал, слушай, по-моему, нам надо пожениться уже, что ли. А у тебя не было ни кольца. А у меня здесь бурлит все. Я говорю, что? Я говорю, телек сделай потише и режу картошку дальше. Я телек выключаю, говорю, жениться, наверное, надо. И Лесь такая нож роняет, говорит, романтично. Я говорю, вот я всю жизнь мечтала именно так. Я думаю, этого достаточно. Да? Конечно. Кто будет менять место локации? Вы сами или я? Ну ты же все помнишь. Давай, ты же все помнишь. Поехали. Итак, первая встреча, которую я не помню. Поехали. Лиса, ну пойдем. Кто я? Ляйсан, пойдем. Да. Слушай. А по росту прям именно так. Ягудин, ты, конечно, плохо выглядишь сегодня. Ляс, ну там люди, короче, какое-то шоу непонятное, не знаю, там что-то, ребят что-то говорят веселые. Какие-то шутки, ну, да? Такое, ну, молодые пацаны что-то выходят там, говорят... Пойдем там, поглядим. Там есть такой... Дамы и господа, не обращайте на то, что я в юбке, никакого внимания. Это какой-то хаш или... Ага. Я тебе сейчас... Офигеть. Я из-за таких, как ты, уйду из камеры. Хаш. Встречайте, гламурный подонок в магазине. Вот, я про это отвечаю. Он сейчас на звезд будет плевать. Павел, как ты придумал? Пушок, козленок, Витек. Павел Витек? Ну, Снежок. Павел Снежок, Воля! Офигеть! Он курит прямо в магазине одежды. Офигеть! И у нас йо-йо, всем привет! И у нас в гостях сегодня олимпийская надежда нашей страны. Короче, люди... Руку там держит! Точно огонь! Люди, которые реально достояние нашей страны, это... Паша, я подержу штаны, давай! Алексей Ягудин. Леша, прям... давай, созвон, это в клубе увидимся, будем, да. Ну я просто... Это все, спасибо, торговый центр, за это выступление! То есть у нас с тобой вообще... Нет, Леша, у нас с тобой... Все. Спустя какое-то время уже в камеди. В камеди, когда уже по телевизору. Гляделки-смотрелки, поехали. Лесь, спасибо, что позвала. Конечно, Лех, мы с тобой ходим по этим камеди. Помнишь, они в торговом центре начинали. Ого-го, сейчас уже чего. Офигеть, кто бы знал, что так получится. Кто хаш? Выйдем поговорим. Здоров, выйдем поговорим. Даш, ну ты чё, я же шутил. Ух ты. Из-за бутылки вина выглядывает. Так, ну, я вроде чистая. Сейчас проверим, это он на меня вообще или нет. На меня. А, ну, надо какой-то знак, наверное, подать. Если честно, я не первый раз в такой ситуации. Нет, я не знаю, что делать. Может быть, надо как-то... Ну, если честно, он мне... Если честно, в своих мыслях так и было. Так, ну, если честно, он мне сразу понравился. Да как такое может понравиться вообще? Конечно же нет, господи. Вот и пришло время сказать алкоголю «да». Нет, не сейчас. Не сейчас. Алло. Алло, Лясь. Да. Это твоя подруга. Привет, подруга. Если у тебя будут просить телефон, дай мой. Схема «Идеал». Павел, здравствуйте, а вы не помните? А мы еще с вами в торговом центре виделись, помните? Ой, засмущался. О, телефон. Телефон? А я такая, не дам тебе телефон. Держи, конечно. Раскладуха. Смотри сюда. Слайдер, ё-моё. Экран, сука, маленький. Так, сейчас сразу я запишу. Записывай, да. На одну ночь. Удалить вот этих всех на одну ночь. Все, ни одной девчонки не осталось в записной книжке. Так, вот будущая жена. Типа прикол, учитель русского языка, столько ошибок в самых главных словах. Все, стоп, давайте, продолжение на кухне. Поехали. Паша, ёпта, ножи не наточены опять! Ну я этот кабачок рукой должна бить или что? Ну просто в доме нет мужской руки. Я одна, как совраска, на этой кухне. И сделай телевизор потише! Ты тут, и ты еще там! Сам сейчас будешь солянку эту варить! Блин, жопа, как у Харламова. Что ты услышала? Подожди! Сделай телек потише! У меня такое слышится! Я не могу! Все, я не могу больше. Слушай, я никогда ничего вкуснее не ел из того, что ты готовишь. Поняла, да? Ты готовишь так вкусно, что я ничего... Я поняла, не разбирай мне это. И не надо каждый день выпендриваться, что ты учитель русского языка и литературы. Хорошо. И пояснять мне все свои предложения. Просто умахал меня надеть на себя, одеть кого-то. Какая разница? Ага. Да, наверное, выходи за меня. Я согласна, но в день нашей свадьбы я устрою такой праздник в этом доме, что тебе и не снилось. Понятно тебе? Хватит, достаточно, спасибо. Семейное застолье. Вышку пересдал? 4. А у меня в свое время за 4-ку приставку отобрали. У тебя отобрали, потому что ты в нее пьяный играл. семейные тайны. Мама с папой выпивают? Да, в основном папа. Но мама с ним тоже иногда. Папа любит ром. Семейный чат. Знакомо? Ладно я, сильный, взрослый мужик. Ай! 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 В этой семье ты точно узнаешь свою. Ребенок наш, а грудь моя. Если хочешь, корми своей. «Семья» – новый комедийный сериал. 11 апреля в 8 вечера на ТНТ. Моя Ляська в гостях сегодня у нас. Талант-шоу. Что будем делать? Вот смотри, это для судей. Три стульчика. Ты сядешь в середину, Шастик сядет с этой стороны, Димочка вот с этой стороны. Есть у нас два безумно талантливых человека, они свои таланты не знают, они в конверте. Я им раздам. Это, как правило, какие-то дурацкие таланты. Но Диман будет топить за одного из участников, он проплачен им. Антон будет топить за другого из участников. Я буду за Сережу. Да, окей, хорошо. Ты за Сережу. Дим за Арса. Ты не проплаченный никем член судейской коллегии. А дальше что вы будете делать, мне, собственно говоря, пофигу. Талант-шоу! Погнали! Встречайте! Антуан Азезо! Антуан. Итак, Антуан, здравствуйте. И расскажите, пожалуйста, что же вы подготовили на финал? Ваша жизнь никогда не будет прежней после того, как вы увидите, как я умею танцевать с закрытыми глазами. Ну что ж, звучит максимально отстойно, вам не кажется? Мне честно кажется, говоря, надо посмотреть просто. Впервые даже я сомневаюсь. Ну что ж, Антуан, давайте приступим. Ну что ж, Антуан, ваш финал, ваше время, прошу вас. Не моргать, Антуан. Это ужасно. Нет, вы не правы. Да в смысле? Подождите, любой человек может танцевать с закрытыми глазами. Нет, нет. Можно все, что угодно делать с закрытыми глазами. Нет, попробуйте порезать очень быстро огурец с закрытыми глазами. Да, да. Но танцевать с закрытыми глазами я точно умею. Нет, вы не можете. Это умеет каждый человек. Вы умеете тверк с закрытыми глазами? Конечно. Вы можете показать нам? Вот тверк. Плохой тверк, но тверк. С открытыми глазами. Нет. Вы напоминаете мне мою собаку Шпица. Нет, ну... А вот тверк с закрытыми глазами. Ну... Если танцем называть что попало, то тогда, конечно, так умеют все. Ну, это вы что сейчас сделали? У вас даже нет жопы, чтобы танцевать все. Какой? Хорошо. Расскажите, Антуана, что вы можете еще? Антуан, лучше расскажите. А я могу... Да, Антуан. Может быть, вы на шпагат садитесь? Объясню. Объясню. Может быть, вы на голове стоите? Объясню. Я это все умею делать, но это я должен делать с закрытым родничком, а он у меня сейчас открыт. Так, Антуан. Антуан, все, идите в комнату ожидания. Встречаем финалиста номер 2. Пожалуйста. Здравствуйте. Вот он настоящий талант. Боже мой, давайте его встретим. Встретим. Это действительно жемчужина нашего проекта. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Гага. Моя фамилия Леди. Я умею исполнять номера не художественной гимнастики. Это будет потрясающе, Гага. Давайте посмотрим. Прошу вас. Браво! Браво, господи! Если бы можно было еще сильнее встать, я бы встал. Я смеюсь вам в лицо. Я прошу прощения, я в конце чуть-чуть заложал, немножечко художественно. А вот я и хотел про это сказать. Капельку художества. Вы делали, это и есть художество. Я добавил художество. Да это все художественное. Это абсолютно не художественно. Вы видели про это хоть один фильм? Это абсолютно не художественно, все, что он делает. Это механическое повторение движений, как и было заявлено. Никто в нашей стране таким не занимается. Гимнастика без фантазии. Бесталанный человек перед нами. Это не чудо! Во-первых, нехудожественная гимнастика существует. Абсолютно верно. Как и танцы с закрытыми глазами. Не надо! Не надо! Ни один человек в здравом уме. Одну секунду. Вот! Он даже умеет то, что умеет участник №1! Боже мой! Все, достаточно, Гага! Давайте позовем сюда Антуана и выберем победителя. Мне кажется, надо баттл устроить. Финальный. Финальный баттл, да. Чтобы ребята... Но перед тем, как мы увидим победителя, у нас в судейской коллегии возникла идея посмотреть на финальный баттл. Вы выполняете свое задание, закрытыми глазами танцуете. Сейчас уникальный момент. Гага делает не художественную гимнастику. А может быть, мы поменяемся? Вы будете делать художественную гимнастику? Я тут видел, что кто-то с закрытыми глазами исполнял подсмотренный номер. Да, мы так и сделаем. Сейчас Антуан будет показывать номера не художественной гимнастики, а Гага будет танцевать с закрытыми глазами. Посмотрим! Ну что ж, я напомню, что эти два человека борются за 150 миллионов рублей. Пришло время принимать решение. Все очень сложно. Да, у вас тоже очень сложное направление. Заткнитесь оба. Жюри принимает решение. Ну что ж, что мы сегодня увидели? Мы увидели сегодня бриллиант и кусок говна. Мы увидели просто что-то отвратительное, а потом что-то прекрасное. Почему вы так много говорите? Вы просто можете сказать, за кого вы? Я за Гагу. Я сидел в жюри 18 лет. Я видел всякое. Глотали воображаемых змей. Шутили, не открывая рот. И сегодня я увидел танцы с закрытыми глазами. И не художественную гимнастику. Хотя все, кроме художественной гимнастики, можно назвать не художественной гимнастикой. Егор, а можно, как всегда, тебя попросить покороче? Да, можно. Единственный аргумент, который помогает мне сделать выбор, это то, что один из них лох. Вы не ругаетесь? Я могу ругаться. Почему? Потому что у меня важное заявление. Я насиделся в жюри, я ухожу опять? На СТС. Вот тут я не удивилась. Ляйсан, от вашего голоса зависит все. Кто же победит, Антуан или Гага? Гага или Антуан? Мне надо позвонить другу. Сходите к другу. Такой у нас телефон? Да. Старенький. Алло. Да, алло, привет. Ты видел это? Да, я видел это. Как я смогу тебя забрать оттуда? Нам надо принять решение. Нам один обещал 20%, а другой 30%. Хорошо. Берем 50% и проходишь ты. Спасибо огромное. Закончили. Импровизация «Следователь». Антоха, следователь, подозреваемый. Сережа, свидетель. Арсений, один потерпевший, получается. Ну, по крайней мере, так выглядит. Давайте, дуйте. А что сейчас будет? Смотри, что будет. Мы сейчас придумаем преступление, и они это преступление будут распутывать прямо в кабинете у следователя. Что-то против тебя, какие-то правонарушения совершались в этой жизни? Да. Да? На гастролях мы как-то приехали с Болерошкой. Болерошка, ребята, Болеро, это танцевальное, да, шоу. Танцевальный проект, танцевальное шоу, да. У меня в составе было 9 человек, 9 танцовщиков. И у нас 2 чемодана украли. С костюмами? С костюмами, да. Давай, знаешь как? Вот так. Давай. У невероятного танцора выступления через 2 часа у него украли чемодан с костюмами. Распутывайте. Все. Заходите. Заходите, заходите. Любую букву. Л. Л. Отлично, буква Л. Здравствуйте. Вы слишком томно заходите в кабинет следователя. Любезнейший. Да-да. Скажите, пожалуйста, вы кем работаете? Где работаете? Ломбатчик. Ломбат. А, ломбатчик. Ломбат. Мне послышалось ломбарчик. Ваша любимая ламбада. Скажите, пожалуйста, у вас что-то украли? Лосины. У вас лосины украли? Ламбадные лосины. Все, простите, я понял. Хорошо, у вас украли лосины. Кроме лосин еще что-то пропало? Ляйсан. Лидер. Лидер ламбады. Украли лидера ламбады Ляйсан вместе с лосинами? Когда вы приходите к полицейскому, сначала нужно говорить, что украли человека, а не одежду. Так, хорошо, расскажите, где это произошло? Вы сегодня где проснулись? Липецк. Лужайка. Я понял. Хорошо, вы проснулись... Ляйсан любит лужайки. Все, хорошо. Вы... Лидер... Вы... Лужайка. Вы ночевали на лужайке, с утра проснулись, нет ни лосин, ни Ляйсан. Вы... У вас, я так понимаю, скоро выступление. Я афиши видел по всему городу. У вас же коллектив называется как? Ляськи. Хорошо, момент пропажи ночью. Может быть, кто-то был на лужайке, кто мог что-то видеть? Ленивый. Липчанин. Ленивый липчанин. Лежал. Лежал на лужайке? Хорошо, давайте свидетеля позовем, мы его опросим. Присядьте, пожалуйста, сюда. Свидетель, заходите. Так, вот он, самый ленивый липчанин в мире. Буква Арсения? Н. Н, отлично. Мы что там делаем-то? Не ленимся в кабинете-то у следователя, не ленимся, проходим. Как вас зовут? Николай. Отчество? Носов. Во-первых, отчество не может заканчиваться на «ов». Во-вторых, у вас отец Нос... Не спеши, ненаглядный. Не спеши, Николай. Раздельно пишется. Носович. Но, Николай Носович, у вас отец Нос, правильно? Несомненно. Отец Нос, мать Ухо. Или как там у вас устроено? Николай Носович, фамилия? Ниагара. Латинос. Какой он латинос? Он липчанин. Нормалек. Да перестань. Нормалек. Перестань. Липецкий латинос. Перестань. Незнакомец, нормалек. Что вы видели подозрительного в эту ночь? Ночью? Да. Ночью Нину. Вы видели Нину, так. Нина ненаглядная. Лучезарная. Нормально. Перестань оценивать его приколы, я тебя прошу, а? Ну. У вас с Ниной что было? Ничего. Любовь. Хорошо, любовь. Нормально. Да перестань! Хорошо, ладно, вы были с Ниной, это я вас, конечно, поздравляю, но вы видели момент кражи? Кто это мог совершить? Подозрительного кого-то видели? Если вы хотите шепнуть, подойдите поближе. Давайте. Давайте вот так. Кто-то прям подозрительный был? Низенький. Низенький? Низенький. Низенький. Навозник. Накатал навоз? Да все, все. А, то есть вы хотите сказать, что человек маленького роста с огромным шаром говна подошел на лужайку и украл человека и лосины. Я скучно живу. На тюрлях. Ну что ж, навозник, заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Букву Сережи. Б. Б. Присаживайтесь. Братишка. Я тебе не братишка, я следователь. Братан. Мужчина, присаживайтесь. 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 Базара. Как вас зовут? Боря. Борис, правильно говорите. Борис. Бдыщевич. Батя, Бдыщ. Бдыщевич, я так и записываю. Борис Бдыщевич. Фамилия? Бой. Бой? Бой. Бдыщ Бой? Бдыщ. Нос Ниагары и Бдыщ Бой. Какие-то мстители, сука. А теперь самое главное. Что вы делали в ночь с 17 на 18 октября? Брал буйную бабу. Вы там, на этой лужайке, были? Боярыня Брыльская. Хорошо, вы были с женщиной. Был. А что, если я вам скажу, что молодые люди утверждают, что вы с огромным куском говна украли человека и лосины? Да. Брехня! Еще раз так сделаешь? Значит так, мы нашли боярыню, только что. Боярыню брал, бочку брал, банкомат брал, банк брал. Хорошо, ладно. Брешут. У меня только одно... Бирюльки брать только без понт. Оперативное мероприятие. Развернитесь. Развернитесь, развернитесь, развернитесь. Поднимите ногу. Поднимите ногу. Поднимите. Не сюда. Назад поднимите ногу. Нет. Эту же ногу, но назад. Поднимите назад ногу. Ага! Что это? На говно явно! Ага! Ты меня не обманешь! Я лучший следователь этого города! Я сразу это понимаю! Все, пожалуйста! Лосины! 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 Ламбадные лосины! Спасибо! Раскрыто! Аня. Опять она за свою. 4 апреля. Во время выполнения боевого задания майор Пожарский установил, что Анна Николаевна андроид. Реакция. Реакция. Первый полицейский андроид возвращается. А зачем нас вызвали в Москву? Обучать меня. Думаю, пробудете здесь не больше месяца. Я же смышленая. Даже вы поверили, что я человек. Сергей Гармаш. Улыбайтесь. Мы в Москве. Антон Филипенко. Что происходит, гражданка? Кузьма Сапрыкин. Лейтенант Мокрый. Зоя Бербер. Надоело все. Еще эта собака. Проект Анна Николаевна 2. 4 апреля в 9 вечера. Нашла чем удивить. У меня боль. На ТНТ. Это импровизация без чувств. Смотри, как все произойдет. Что будет? Ты выберешь блюдо, только не говори, пожалуйста, какое, просто ткнешь в него пальчиком. Это Арсений. Как, где? Он у Арсения меню. Угу. Арсений прибежит сюда. Арсений, который не может говорить, будет объяснять Шастуну, который ничего не будет слышать, какое это блюдо. Угу. Шеф-повар Шастун своим поварятам, которые ничего не видят, угу, будет выдавать руководство к действию. В итоге должно получиться то самое блюдо, которое ты заказал. У меня вопрос. Да. А могу я поучаствовать? Смотри, все быстрее расчехляются. Не-не-не-не-не-не-не. Я всегда мечтала, да, поучаствовать вот в этих конкурсах. Иди, вот да, место вот есть. Иди, иди, иди. Вот есть место. Нет, давай только, чтобы было честно, ты скажешь или ребята скажут, какое место я должна занять. А вот я тебе скажу, Димка правильно снял с себя уже очки. Вот. Диман сегодня отличник за эту передачу, Сережа двоечник. Подожди. Чтобы мы совсем поменялись ролями, ты Ляйсан будешь, иди сюда. Что ж, давай. Я впервые скажу в камеру: Диман, я люблю тебя. Так, мне давай. Вау, это... А подошло. Садись. Ну? Я напоминаю, что у нас сегодня 2899 человек в списке Forbes города Ижевск. Невероятный олигарх Пост Дмитриев. Ну все, мы готовы. Ресторан, заводи. Погнали. так волнуемся, вы такой ответственный гость. Конечно. Впервые у нас в гостях невероятно седой лысач. Давайте я сегодня с Пашей выберу самое дорогое. Давайте. Я даже не лезу, Диман. Давай. О. Ну что ж, вот и открывается наш ресторан. А, Сережа и наш новый повар Ляйсан. Да. Ох, сегодня мы точно порадуем наших клиентов. Сейчас только узнаем, что же у нас заказали. Сделаем все, что скажете. Ну говори уже, что заказали, ну клиенты ждут. Ну ждут, правда. Ты намыл яблоко. Фу, боже мой, какое грязное яблоко. На труп мытое. Ты, вымытое. Что-то вымытое, что же вымытое, точно. А, рот, подбородок. Вымытые губы. Вымытые губы. Мытая губкой. Мытая губкой. А. Вымытая губкой. Мытая губкой что? Повар с хвостом? Дурак. Что с поваром с хвостом? Вымытая губкой. Вырвал морковку. Нет, вымытая губкой. Морковочка. Губка. Да, оп. Ждать. Что из-под картофель? Что еще из-под земли достают? Выкидывают. Свекла. Редиска. Я пока отчупаюсь. Мытая губкой редиска. Вымытая губкой редиска. Ну что ж, уважаемые повара, берем редисочку. Надо редиску вымыть. И моем губкой. Надо вымыть. Берегурно помыть ее губочкой редисочку. А где губка? Да, где редиска? Вот, Ляйсан принесла тебе водичку, чтобы мыть редисочку. Вот, все. Моем. Хорошо, поставили. Вот так, что же дальше заказали? Что же дальше? Поел сметана. Все. Все украсила? Все, с петрушкой все. Йогурт. Ё-моё. Йогуртом залить? Залить все йогуртом? Так, ты взял йогурт, поставил йогурт, смотришь на йогурт, бидон, да жопы йогурта у тебя. Ну жопа с йогурт, как связать жопу и йогурт? Я не знаю. Пятая точка. Жопа орех. Попа, я иду нахрен. Это я понял. Ну, у нас салат стынет, но нам делать нечего уже. Ты блюешь, рвет тебя. Плохо рвет. Сопли. Ты снял свитер. Температура? И горчичники. Ты показывал горчичник. А, йогуртово-горчичный! Через дефис. Йогуртово-горчичная! Да! Сука, дефис показал бы, и все. Заправленная. Заправка! Да. Ляйсан, умница, уже горчицу взяла. Да, молодец. Что, все, осталось найти йогурт. Он, скорее всего, в холодильнике. Иди сюда. Да не сюда лей, дурак, в тарелку лей. Быстрее, в тарелочку, в тарелочку. Очень хорошо, все, хватит. Да по столу не поливай. Все, так, все. Нужно украсить, да? Сейчас что-то Арсюша захотел. Перемешать. Но как перемешать? А, подбрасыванием, да? А, это ты. Сереж, это будешь делать ты, скорее всего. Я буду делать. В судне, утке, чашке, ведре, графин, горшок. Горшочек. Перемешанный подбрасыванием в горшочке. Ну что ж, господа, нам нужно найти горшочек. Нет, стой, Ляйсан, под столом большой-большой горшок. Да, это он же? Это тоже... Секунда, мы потеряли горшок. Ребята, мне кажется, он на штучке, где ты брала губки. Они только на нижней полке, левее от тебя. Прям. Нет, 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 нет. Вот назад, сейчас назад. Арс, реши сам, что из этого горшок. Это кастрюля, ребят. Это кастрюля. Что происходит? Я боюсь. На холодильнике еще есть цветок в горшке. Горшок все это время был у тебя? Берем блюдо. Сейчас. Опрокидываем в горшок. Вот горшок. Аккуратно. 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 Очень хорошо. Молодец. Все. И перемешиваем подбрасыванием. Вот хорошо. Вот хорошо. Вот хорошо, да. Обычно, ну, подлетать должна еда, но у нас такая техника. Давай, да. Очень хорошо. Я покажу. Все. И отдаем горшок официанту. Сережа, ты все потеряешь так. Ты так все потеряешь. Ты так потеряешь и еду, и работу. Ты так потеряешь. Пожалуйста, скажите, что там происходит. Паш, слушайте, но если честно, это выглядит, как будто это ели. Дим, ну это то, что ты заказывал? Получается, да. Ребята, спасибо вам огромное. Вы приготовили то, что мы действительно заказывали. Спасибо огромное. Лясь, классная программа. Классно, мне понравилось. Зовите, когда будет электрошокер. С удовольствием. Следующие 200 программ мы пытаемся убить Ляйсан шокерами здесь, в нашей студии. Слушай, ну все, осталось только импровизационно попрощаться. Смотрите, мы команда по гимнастике. Командные выступления. Поехали! «Ночной холостяк» в субботу в 11 вечера на ТНТ.